따뜻한 햇살에 자연스레 떠진 눈 기분 좋은 나의 아침 침대 오른쪽엔 왠지 너가 있을 것 같아 한참을 멍하니 생각하다 이제서야 또 Мы же сейчас будем снижаться. Я все время спала. Мы уже в Сочи. На улице достаточно тепло. Хотя 17 градусов. Неил а침 눈 뜨면 가장 먼저 생각나는 난 너가 없던 거 받아들일 수 없어 우리 이별을 잠시 동안 Приехали, на улице очень тепло, очень классно, тут так красиво, это вообще кайф. У меня очень классное настроение, я сегодня на чемодане еще. Мы пришли после моря, сразу вырубились. Ну, вымылись и легли спать. Поспали 2 часа. Кстати, в принципе, уже бодрячком немного. Нормально. Очень красивый вид. Мы сейчас, возможно, пойдем гулять. На를 올려다볼 것 같아. Мы очень вкусно поели. Прям вообще классно. В каком-то ресторанчике небольшом кафешке. Сейчас идем покупать маме ботинки куда-то в горку. Вообще фиг знает куда далеко. Ну, я вроде показывала, но, короче, еще раз покажу. У меня тут колечко вот такое, еще видно, и сердечко. Что-то тусуется. Надо сходить посмотреть, мне интересно. Дорога так длинна, и жить легко. Белый снег, серый лед. Пришли в магазин покупать еду на завтра. Я взяла себе кашу и майонез, кстати, брала с собой эти картошки. Каша и молочко. Никто не хочет кашу, а я хочу завтра кашу. Так что я буду устраивать фотосессию. Всем пока. Пятерочку. Мы пошли в пятерочку, в итоге забрели в лес. Поход. А вон уже дорога. И будет дошираку куча. Потому что заканчивается сезон 1 октября, и мы не знаем, где будем кушать.
Total Black. Ну, кроме кроссовки, я люблю белые кроссовки. Хотя, в принципе, можно одеть черный крокс, но не знаю. Наверное, будет полностью прям Total Black. Я сейчас ходила купаться в бассейн. Там с воздухом такая разница в температуре, что вылезать из бассейна не хочется. Мы просто гении. Сегодня, 1 число, в нашей деревне закрылись все рестораны, единственное кафешка. Поэтому сегодня у нас на обед доширак, который я не люблю, поэтому я буду чисто макароны себе заберу. И еще тут фрикадельки детские греются на чайнике. Вкусим как можем. Но мы во вторник поедем в Сочи. А сейчас мы, в принципе, едем на экскурсию, поэтому нам чуть-чуть вернуться. Вот это все. Да. Мы сейчас уже поедем на джипах в горы, на водопады. И сегодня опять во всем черном. У меня штаны тоже черные. Мы поедем через речку, потом в горы, на водопады. Будем закат там встречать. Я думаю, будет очень красиво. I get defensive. Я думаю, у меня еще щеки сгорели, блин. На улице 30 градусов. Также я. You to treat me soft and tender. Love me hard and true. Была сейчас дегустация чаев, и это очень вкусно, прям вау. И еще варенье нам давали, так классно, еще тут так красиво. Мы на дегустации сыров. Там очень красиво сзади. Клопов, тут все в клопах. Вот это все в клопах. You see the world in colors. I view it black and white. Paint me a picture out of the lines that I live in all of the time. Treat me soft and I burn myself down to the ground. Oh, can I ask of you to treat me soft and tender? Oh, can you love me like? Can you love me like? Can you love me like that? Oh, can you love me like? Can you love me like? Короче, у меня был русский. Он только закончился. Родители ушли куда-то кушать на 1.5 часа, их до сих пор нет. Надеюсь, они мне хоть еду принесут. У меня здесь стали безумно пушистые густые волосы. Я не знаю, что мне с этим делать, потому что вот когда я так заправляю, у меня вот здесь все торчит. Это при том, что они расчесанные. Единственное, у меня пробор неровный, очень кривой. Короче, у меня был русский, он только закончился. Все прошло хорошо, замечательно, все шикарно. Мы завтра едем в Сочи парк. У нас поезд в 7 утра. Получается, в 7 поезд, в 9 мы только приедем в Сочи. В Адлер, точнее. Будем там тусить весь день. В Олимпийском, в парке, в дельфинарии еще хотим сходить погулять там. Короче, завтра будет очень длинный и классный день. У меня завтра еще у подруги день рождения, буду ее поздравлять. Я ей вообще, короче, заказала подарок на дом. У меня же нету там с ней. Блин, какая штука надо. У меня же нету там с ней, и я заказала ей на дом тортик сюрпризом, чтобы ей привезли. Вот так вот. Короче, что-то у всех дни рождения. Надо всех поздравлять. Я очень хочу спать, поэтому я буду ложиться спать, завтра еще вставать рано. Нас во всей деревне свет отключили.
breaks. Made way too many mistakes, but Los Angeles is my home. My hometown makes me homesick. Won't go as a... В моих планах пойти вон на эту фиолетовую горку. Очень хочу, но страшненько чуть-чуть, чуть-чуть совсем прям. Но я все равно пойду. Еще очень сильный ветер. Singing like they're trying to make the sun move, and I love it. I'm finally done running. На водной горке я вся мокрая. Мама еще мокрее просто. Папа тоже весь мокрый. Катались вот на этой горочке, как бы. Да. Сними, папа. Короче, мы катались на этой желтой, это просто разнос полный, потому что там вот эти все крутилки, вот эта вся штука вообще класс. Мне понравилось. На этой горке я посидела на лет 40 вперед. Да, я просто, это такие эмоции, но было очень страшно, когда особенно резко назад, потом резко вперед, потом вот так, потом опять назад, и оно вот там остановилось. Я думаю, видео я вставлю, да, меня снимали, как бы. Боже, но весело, круто, класс, адреналинчик. Мы, короче, пришли кушать, меня все облили в водном аттракционе. Дети другие. Мы пришли кушать. Я, наверное, буду вок. Посмотрим. Очень холодно, я очень замерзла, я делаю еще вторую кофту поверх толстовки. И мы идем играть в автоматы, точнее я, на один жетон, который мы просрали несколько дней назад. Там его вернули. Последний раз на море. Ну, точнее в этом году, скорее всего. Вот так вот. Мы идем сейчас обедать. Завтра уже вечером у нас самолет. Мы пришли в бассейн купаться, в теплый бассейн, 28 градусов в бассейне, на улице 25. Я взяла молочный коктейль, себе купила. Нет, нет, это мамин чай. Мы, короче, уже собрали чемоданы, здесь мой, там у родителей.
у нас гигантский перевес у моего. Я думаю, также перевес у родителей. Чего с этим не поделаешь, потому что мы везем очень много всяких разных штучек по типу меда, чай, специй из гор, куда мы ездили. В горы туда, туда куда-то. Вот так вот, поэтому мы ложимся спать, завтра поедем на поезде, у нас выселение 12, но поезд 11:50, поэтому мы выселяемся раньше. Всем спокойной ночи. Мы сейчас, получается, кушаем, едем в Сочи и будем там гулять весь день до 9:45, потому что только в 9:45 у нас самолет. Ну, в Сочи похолодало. У нас перевес вот здесь, чем мы стоим, главное, такие, ну не чуть-чуть же совсем, ну совсем чуть-чуть, и она такая, чуть-чуть совсем 6 килограмм. Ну правда, это вообще ничего, вы что, ребята, вы 6 килограмм, это не перевес. Нам пришлось доплачивать 3000, чтобы... Зато мы все освободили, все руки. Вообще класс. Мы вышли на улицу перед посадкой. Уже скоро начнется, через минут 20. Это очень красиво. Внутри аэропорта. Короче, что из новостей? Никто не заходит. Очень интересно, да? Еще интересный факт. Все предыдущие дни этот рейс задерживали на 4 часа примерно. И перед нами все рейсы в этот день, ну то есть сегодня, в Сочи Домодедово задерживали. Все задерживали. Я уже, я устала. Все устали. Тут очередь это просто, и никто не заходит, никого не пускают. Осталось меньше 20 минут до взлета. Иду домой, иду спать. Я, в принципе, думаю, на этом видео подходит к концу. Всем спасибо большое за просмотр. Я вас люблю. Всем.